Послание Отца Абсолюта 19 августа 2021 года. Высоковибрационное цунами. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется отвлечься от нашей темы и рассказать вам о скрытых процессах, как энергетических, так и физических, происходящих сейчас на Земле. Если с энергетической точки зрения все происходит достаточно логично и предсказуемо, то действия мирового правительства на физическом плане, на первый взгляд, могут показаться довольно логичными и противоречивыми. Начнем с того, что правящая верхушка прекрасно знает, что сентябрь месяц будет решающим в противостоянии добра и зла. Этому есть несколько причин, и главная из них состоит в том, что Землю накроет энергетическое цунами из высочайших вибраций. Поэтому сейчас главной целью мирового правительства является максимальное понижение общего вибрационного фона Земли, в надежде, что он снивелирует новые энергии, им удастся отразить этот мощнейший энергетический удар. Но их ожиданиям не суждено сбыться, поскольку новые энергии имеют совсем другую, отличную от энергии трехмерного мира структуру. И при соприкосновении с плотными энергиями, царящими сейчас на Земле, они не смогут смешаться с ними, как, например, не способна смешаться с ртутью вода. Эти новые энергии, подобно полноводной реке, будут заполнять собой землю, оставляя камни и тяжелые листые образования на дне. И все же представители теневого правительства изо всех сил пытаются потасовать мировые события таким образом, чтобы максимально посеять среди людей хаос, панику и страх, сформировать на Земле ответный цунами из энергии самых низких вибраций, в надежде приглушить эту спасительную для человечества энергетическую волну. Сейчас правительствами многих стран мира предпринимаются действия настолько абсурдные и противозаконные, что они вызывают недовольство даже у самых законопослушных граждан. Операция по сокращению населения планеты входит в свою завершающую стадию, превращаясь уже в открытый геноцид против человечества, что вызывает гнев и возмущение разумной части населения Земли. Одновременно с этим в горячих точках планеты устраиваются провокации с целью раздувания межнациональных конфликтов, что является давним и самым действенным оружием глобалистов для сбора необходимой им низковибрационной энергии. Добавьте к этому искусственно вызываемые ими природные катаклизмы, которые они устраивают избирательно в виде наказания неподчиняющимся им странам. Так, на фоне всеобщего хаоса, боли и страданий, они пытаются довести до конца начатое, не останавливаясь ни перед чем. То, что они планировали сделать в течение десятилетий, плавно, хитро и незаметно для людей, теперь им приходится проводить в экстренном режиме, забыв об осторожности и ничего не скрывая. И уже совсем скоро эти две мощные разновибрационные волны цунами, идущие навстречу друг другу с Земли и из космоса, неизбежно столкнутся, что приведет к колоссальному расслоению общества и созданию на вашей планете двух параллельных миров, стремительно уходящего в небытие темного старого низковибрационного мира и светлого, чистого, высоковибрационного, нового. И вам нужно быть к этому готовыми, родные мои. Вам придется пройти некую полосу препятствий, поскольку все свершится не в один день. И сейчас главная задача для вас – не оступиться самим и уберечь от опасности своих детей. Будьте бдительны и мудры. И знайте, что бы ни происходило вокруг, какие бы провокации ни устраивали напоследок марионетки теневого правительства, они обречены на провал, поскольку эпоха их владычества на Земле уже закончилась. И это является объективной реальностью, которую они уже не в силах изменить. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».